Хэгэ, сами шимики, и мы заканчиваем, продолжаем проходить Urban Legend Last Fate, Last серия. Не знаю, ну что, финального босса мы победили, мы открыли с вами ключ теремчика, у нас теперь есть. Я что хотел посмотреть, давайте вон я значок же поставил. Блять, вот есть зоны такие, как, знаете, боевые. Я просто не помню, почему я поставил там значок. Там что-то есть? Квест какой-то? Я же зачем ты это поставил? А я же зачем ты этот значок же поставил? Взглянем, зачем я поставил. О, а тут тогда тела не было. Или было? Подожди, а тут тогда тела не было? Не понял. Почему-то мне кажется, что у меня что-то где-то бывает не работает. Разве до этого там тело лежало? Что-то сомневаюсь. Ну ладно. Вроде бы только дерево было, а тела не было. Ладно, тулим отсюда. Тулим. Тогда отсюда. Путешествие. Кстати, может еще в этот сходим? Где мы победили деву? Вниз туда. Мы же сюда еще не ходили. Ну, мы как бы ходили, но мы не ходили. После того, как квест дали. Мы ж перед квестом сделали. А вдруг мне туда надо еще сходить? Ну, типа, а что нам? Время есть. Куда терять? Так ведь. У нас время полно, куда терять. Чуть опять не пошел туда, куда не надо. Так, туда она была, женщина. Или дальше? Дальше. Загрузка. Ого! Так, подожди, мы сюда всегда заходили. Почему? В чем проблема? Это все я, потому что нет непрощения.
печень. Почему старик этот здесь теперь? Как это вообще работает? То тут никого, то тут все появляются. Чё за бред, блядь? Так, пойти купить тогда все при... А подожди, а я печень уже отдать не смогу, так ведь? Бля... Там NPC нету уже. Поэтому я ей печень уже отдать не смогу. ГГ. А может я фонарю смогу дать? Чё-то, конечно, я сомневаюсь. Что-то я, конечно, сомневаюсь. Что фонарю я смогу отдать печень. Ну да. Блять. Я уже не смогу ничего сделать. ГГ, блядь. Сука. Можешь забить хрен. А что, но я все равно уже на 100% не пройду. То, что разработчики дебилилы взяли и поубирали всех NPC. Классно вы, конечно, сделали. Повторимо. Дебилы на разработчиках. Дебилы на разрабах. Что теперь бесконечный сейф? Подожди, я тут еще одного же видел, который в эту сторону шел. Ладно. Бесконечный сейф. Пусть крушится, мне все равно не мешает.
Я просто бегу. И не парюсь. Я просто бегу и не парюсь. Потому что у меня минус. Эх, обидно просто, блядь. Тысяч. Пять процентов исцеления от парирования, 20 урона от парирования. Чё? Типа бонусный урон 20%. Пофиг. Пофиг. Идем все ниже и ниже. Идем мы с тобой все ниже и ниже.
56 тысяч. У меня на руках. Родовой герб Олоринов. Леонардо Олорин по какой-то неизвестной причине подарил свой родовой герб Ладаки. Известно лишь то, что он безоговорочно доверяет Ладаку. Герб попал в всякое после исчезновения Леонардо. Он был поглощен тенями новой сущности, созданной тем, кто заглянул за завесу. Понятно. Понятно. Это так обидно в натуре. Просто срать 100% из-за того, что разработчик гей. Эба. И как, подожди, я должен... Как я подняться должен? ВТФ. Как я должен подняться наверх? Он не допрыгивает. Он не цепляется за угол. Серьезно. Пиздосик. Ух. То, что он нормально отпрыгивать не может, это... Ты шо? Ты жопа. Шесть тысяч. Отсюда зато можно свалить. То, что я квест, конечно, не могу сделать, это разработчик пидор. Больше нечего сказать. Какого черта ты, сука, делаешь-то? Нахера просто вопрос? Зачем? Убираешь NPC, я не могу выполнить квест из-за этого. Кринж ебаный. Так, теперь тогда тэпаемся в этот. Дым. Путешествие. Где там это место?
Как же бесит, когда игра вылетает. 89. А где остальные проценты? Где? Еще 11. А у нас осталось, в принципе, ничего. Что у нас осталось? А ничего. Герб мы получили. Все. Осталось только закинуть герб. Все, пихаем последние гербы. И сейчас узнаем, что же там внутри. О, скрыто. Будет просто сокровище, все. Как и везде. 4 сокровищницы. А нет, есть сейф. Есть сейф. Походу аренам. Это сколько у нас уже боссов в этой серии? 4. Это 4-й босс? Ктуху. Ктуху. Иксарот.
чего, блядь? Серьезно? То есть у него отсутствует... Ладно. Окей. Да, ёлы-палы. Иди ж ты в жопу! Нету тут ничего сложного, просто зайди к боссу, блядь. И отпизди. А иди ж ты в жопу. Thank you.
Блять, если бы я сейчас снова не смог его ударить один раз, у меня бы вот этот шарик взлетел, я бы снова сгорел. Ложный бокс вернут. Обещание нарушено. Сердце не Крикса. Ни один из слуг церкви не смог спасти от отчаяния. Желание узнать больше. Они дали ей обед, закрыли свои тайны от мира, а души свои отправили на небеса охоту. Записка крестьянина. Так, значит, это правда? Выше, чем, значит... Собрались здесь, чтобы скрыть тайну единой силы. Я чувствовал их присутствие, их деяния, последствия, которые невозможно обратить, от которых не справиться. По мне бушует нечеловеческий гнев. Может, это Бог? Нет, это не Бог. Но в нем заключена божественная сила. И это только начало. Начало того, что отразится на всех этих землях. И что здесь? Очарование яркой звезды. Шанс крита, стоимость энергии. Ну, 15%, ну типа будет не 5, а сколько? Ну не 6, а 5 стоит. Хрень. Лук из украшенный в стиле эфирного ордена, завершенный бывшему противнику прихода. Когда-то он был человеком, теперь я же сама стала оружием. Корчась в муках внутри лука. Этот уникальный лук на ночь служит безжалостному хозяину. Он подчиняется страданиям настоящего его, ибо он становится орудием в руках своего некого заклятого врага. Урон лука стремительно даже для предельно далеких дистанций. Убежать от него почти невозможно. Пулю тратит. Прикол. Запуск медленно. Говорят, эти технологии используются дочери ночного прилива, чтобы скрывать, уничтожать своих врагов и сразу же исчезать. Также известно высшее проявление этой силы. За них, естественно, обманутая сущность, поглощенная пламенем. Хз. Ну все, а что я сделать? Я больше ничего сделать не могу. Я вроде бы все изучил, все облазил. По факту тут больше делать нечего. Тут по факту делать больше и нечего. Поэтому как-то так. А что будем делать, это уже загадка. Чё, этот все еще стоит красный? Странно. Багулины. Пойти прокачаться, я печень могу скинуть. Все, что можно было сделать, я сделал. Все. Come on.
Я еще раз могу слетать там, где меч поставил. Возможно, там должен быть босс, потому что у дерева никого не было, а теперь там бац, кто-то у дерева есть. По мне это странно. Никого не было, и бац, появился. Челик. Откуда он взялся? Хотя там тоже того чела не было. Там он появился. Не знаю, никого тут нету. Ну, вроде бы все. Да. Я так и не понял, нахрена я собирал эти куски. Вот, допустим, я сейчас убил босса, и я получил с него какой-то кусочек. Кусочек чего? Для чего он мне? Ладно, идем к боссу тогда, думаю, финальному. Снова сразимся. Ну а что, у нас больше, в принципе, некуда идти. Давай тут эти потратим. По идее, это должна быть истинная сейчас концовка. Ну, типа, глаза? Правда, да? Да? Нет? Или будет то же самое? Аннабелла, Катарина, что вас сюда привело, на тебе снижал храбрость, ты должен гордо напомнить сердце. Мне это не нужно. Подойди, ты же бился с тьмой и исцелил сердце многих, теперь ты один из нас в этом священном зале. Ладок повержен, не изложен. Ладок больше нет, он боится присутствия его еще сильного. Ты прав, но несмотря на что, ты сейчас с нами, ты наконец избавился от ничего, главного ордена. За свои заслуги ты должен занять это место. На том троне принять указания тех, кто живет, и ла-ла-ла-ла. Мы видели многие. Займи трон. При чем здесь глаза, блять? Тогда я вот получил. Займи трон. Отказаться от трона. А при чем здесь глаза, нахуй? Я тогда глаза получил.
Да иди ж ты в жопу. А нахрена мне глазки? Зачем я глаза правды получил? Я просто вот этого момента не понимаю. Нахрена я глаза собирал? Тебе не следовало в это вмешиваться, Эрик. Не твоя эта судьба стоит заблудшим и потерянным. Да, знания, которые ты усвоил, так и просятся наружу самая яркая на свете награда. Награда, которую мне придется у тебя забрать. Да ладно. Я упокою твою разум и тело навечно. Бляха-муха.
Ай, блядь, а чё я думаю, урона у меня не так. Ебай. А я думаю, чё у меня с уроном не так? А ну вон, а чё оказывается. Медиакосмический голос. Найс. Нем. Нем-дем. Заново диалог этот слушать. А, так я сразу перехожу на эту фазу. Ай. Да ёлка. Ух ты ж. Да иди ж ты вон! Is
Фух. Ложный бок свернут. Фух. Изи. Космос вызывает. Все, я получил истинную концовку. Все. Границы между небесными и человеческими стерты. А вместе с ними ушел и божественный обман. Наконец-то последняя вера подходит к концу. Все, но на этот раз уже точно финал финалом, как я понимаю, потому что мы получили истинную концовку, вопрос все равно, зачем мне вот эти хреновины были кусочки? Типа, их вроде бы нигде нельзя было использовать. Ну, которые мы забирали с пьедесталов. Типа, куски сердца или что мы там брали. Ну, что, думаю, блять, будем заканчивать, потому что, ну, это пиздец какой-то. Давайте оценивать, что можно сразу отметить, это коллектабл в игре много, что можно поискать оружие, магию, записки, которые ни о чем вообще не дают, квестовые предметы какие-то, короче, плюс, за то, что можно что-то такое пособирать, сюжетное, где есть описание еще предметов, а нет, просто оружие. Также можно отметить то, что в игре есть у нас... Что? Боссы. У каждого босса есть стадии. Некоторые даже по 3 стадии. Ну, типа, то, что есть стадии, это плюс. Концовки. В игре 3 концовки. Хорошая, плохая, истинная, если собрать все глаза. Маркеры. Ну, по карте, типа, все удобно. Все можно найти, но есть нюансы. Есть нюансы. В игре запутанность по карте, что не очень понятно, куда тебе идти, потому что баланс, можно сказать, его нету. Ты его не ощущаешь, этот сраный баланс. Это, скорее всего, уже к минусам будет. И что еще по плюсам можно поставить? Локации. У нас были болота, у нас были пещеры, у нас был замок. Вроде все такого. Замки в основном были. Города. Тюрьмы. Давай сразу. Тюрьмы, все вот эти локации, как они выглядят, враги, внешний вид врагов, это плюс. Типа, прикольно. Из минусов... Ну, наверное, все по плюсам. Из минусов я отмечу это... Автолевелинг просто противников. Одни и те же противники просто... С очень большим количеством хп, бестиарии нету, хотя тут пишет, что за врага ты первый раз убиваешь. Ну а смысл-то, типа, бестиарии нету, смысл вы показываете, кого я убил, типа, мне это что-то даст. Бестиария нету, хотя я ожидал, я книгу специально принес чуваку, я думал, там будет бестиарий у него, оказалось, что нет. Второй нюанс, это как раз вот эта сраная хрень, из-за чего я не смог пройти на 100%, потому что, ебать... Мне никто не сказал, мне не предупредили то, что там уже все ГГ. 91%! 91%! Где еще 9%? Что еще я не сделал? Почему мне 91? Неужто заточка оружия является тоже в проценты? Не понимаю. Ну, короче говоря... Да, запутанность... Ну, могу отметить запутанность и автолевелинг жесткий. Дерьмо с финалом, то, что я не смогу квест выполнить. Из-за того, что там бабюхи наши нету, которые нужно сдать квест. Да и вроде бы все.
по минусу. А, ну может быть еще минус то, что почему я должен бегать к одной бабке, чтобы прокачаться, типа бэктрекинг очень жесткий, типа постоянный. Сделали бы просто на святилищах левел ап, да и все. Ну, типа, такое себе. Ну, это, типа, минус. Да, и это будет у нас третий, да, уже минус. И четвертый минус — это... очень малое количество оружия. Я не ожидал, что его будет настолько мало. Пойди, вы всего лишь тут в игре 12. Остальное оружие я не знаю где, потому что я потерялся, я не вижу, я все облазил. Где я еще не был? Что я не нашел? Но игра показывает 91%, но типа я с ним спорить не собираюсь. Типа я не врубаюсь, куда мне идти. Где остальные 9%? Короче, ладно. Как так? 4 плюса, 4 минуса, игра мне... Ну вот, даже здесь вот показано, что ну вот есть уголок, ну блядь, тут есть что-то, вот здесь есть что-то, но туда ты не попадешь. Игра понравилась, но... такое, типа... мало оружия. Типа, считай, мы с основным оружием все прошли, но из-за сраного автолевелинга жесткого баланса никакого нету. Боссов ты просто бьешь по 100 чем-то урона, хотя на оружии написано 600. От какого черта в натуре вот на оружии написано 142 плюс 325? Но при атаке я наношу всего лишь 130, 100 чем-то, 160. Либо 325 это имеется в виду с использованием способности. Короче говоря, странная хрень. Ну что, думаю, на этом мы тогда закончим. Уберу тогда с плейлиста 100%. Потому что, блядь, мы не прошли на 100%. Это как-то так. Всем спасибо за просмотр, за лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.